Привет, друзья! На связи с вами вновь Куликов Сергей и сайт focusatmoryka.ru. И, как я и обещал, мы подводим итоги конкурса «Лучший комментатор» за январь месяц 2015 года. Должен признаться, еще ни одно видео я не снимал с таким удовольствием, как это. Вот, поэтому я расположился в своем любимом креслице. И сейчас я объявлю трех победителей, трех комментаторов, чьи комментарии меня больше всего зацепили. Что хочу сказать по поводу призов. Значит, я учел ваши комментарии, то, что вы хотите призами получать карты, а не деньги. Ну, кто как, наверное, да? Поэтому победителю на выбор либо деньгами, либо карты. После просмотра этого видео, если вы победили, то зайдите в свои личные сообщения в YouTube и напишите мне, ну, скорее всего, вы не успеете, потому что я вам первый напишу, ваш адрес, где вы живете, на какой адрес отослать вам приз. Ну, если не хотите карты, то реквизиты, на какие там кошельки вам перевести деньги. Ну ладно, друзья, хватит болтать, судно морячка набирает обороты, и самое время отправиться в сундучок за картами. Итак, смотрим победителей. Итак, друзья, давайте встречать наших финалистов. Итак, место номер 3, и это пользователь с ником Слава Полищук. Слава Полищук получает у нас 1 B Jumbo Index. Неплохое. Неплохие картишки, скажем так, да, для третьего места. Итак, победитель номер 2. Победитель, который занял второе место, это Найкер Z. И его комментарий к видео, где я рассказываю о фокусе «Золотая середина». Что же получает у нас Найкер Z? А Найкер Z получает у нас колоду Талихо в синем исполнении. Итак, кто же занял у нас первое место? Первое место и комментарий, который меня более всего зацепил, это Дмитрий Сурников. И его комментарий к видео «Уличная магия. Фокусы с картами на улице Саратова». Что же получает у нас Дмитрий? А Дмитрий у нас получает колоду Bicycle Steampunk. Платиновая колода. С удовольствием бы я ее сейчас распечатал и начал бы с ней что-то делать, но нет, это победителю. Итак, друзья, вот наши победители. Давайте им поаплодируем. Комментариев было реально очень много. Реально было очень много классных комментариев, которые мне понравились. Должен признаться, больше всего мне понравился комментарий парня, но он написал его ВКонтакте мне, в личные сообщения. Вот если бы он написал это, прокомментировал бы видео, вот теми же словами, то я бы присудил первое место ему. Ну что ж, друзья, судно моряка выходит в открытое море, и тот, кто еще не на борту, советую прямо сейчас подписаться на канал и подняться ко мне на судно. Тем временем, значит, конкурс наш продолжается, у вас впереди февраль месяц, комментируйте видео, и, возможно, следующие колоды достанутся именно вам. И что ж, на связи был Куликов Сергей, и до встречи в следующих видео. Пока!